Сейчас, я надеюсь, мы все-таки на манеже увидим великолепного жеребца «Рубеж» советской тяжеловозной породы. Надо сказать, что советский тяжеловоз – порода уникальная. Ни одна другая не обладает таким набором ценных качеств, выраженных в высшей степени. И одно из самых важных качеств – знаменитая богатырская сила. Но это не единственное достоинство породы. Это великолепная рабочая лошадь. Кобылы советского тяжеловоза дают рекордное количество молока, и они очень скороспелые. В 1957 году коневодческая общественность была просто потрясена уникальным рекордом грузоподъемности, установленным на Босфор и Подгору, где началом 6-летнего жеребца Босфор. Эта лошадь вывезла огромный груз, размещенный на целом поезде, с целью нескольких полосок. Его общий вес составил почти 23 тонны. И перед нами на манеже жеребец «Рубеж» 2010 года рождения. «Рубеж» находится в Нижегородской области и принадлежит сейчас Шарову Юрию Владимировичу. «Рубеж» – яркий представитель советской тяжеловозной породы, относится к классу элита. Крупный, нарядный жеребец с правильным экстерьером, спокойным характером. Заезжаешь сами, телегу, по цепу. Вот это махина. Его владелец Юрий Шкалев занимается советской тяжеловозной породой с 2012 года. Но сегодня в его хозяйстве находится 11 чистопородных лошадей, состоящих на учете рублей и коневодства. В хозяйстве работают два жеребца, рубеж и могучий, линии Феномена и линии Ковбоя, соответственно. В 2019 году в институте коневодства проходил фестиваль «Рабочая лошадь России». Рубеж принимал там участие. Фестиваль проходил 3 дня. Первый день – это срочная доставка груза рысью на дистанцию 2 километра. Вес повозки с грузом составлял 1650 килограмм. На второй день была племенная выводка, где он был признан лучшим. И в третий день – срочная доставка груза шагом. Вес груза составляет 4,5 тонны. В этом фестивале принимали участие и другие тяжеловозные лошади, их было много, но по итогу трех дней «Рубеж» стал победителем и завоевал титул лучшего тяжеловоза России 2019 года. Итак, спасибо большое. Добротинский жеребец с богатырем хозяином. Приветствую. Thank you.